проходим наш шатер с замками, естественно, мимо. И первая у нас локация – это сцена. Внимательное изучение карты, и можно приступать к испытаниям. Ежегодный первомайский квест, основанный на увлекательной игре «Форт Боярд», в этот раз собрал более 50 юных любителей приключений. За золото Одинцовского парка культуры, спорта и отдыха сражались две команды – «Алмаз» и «Гепард». Готовиться к соревнованиям они начали задолго до их начала. В этом году мы решили сделать квест по мотивам любимой передачи «Форт Боярд». И начали мы буквально уже неделю назад играть в нее. Потому что в нашем объявлении, в социальных сетях, на нашем сайте мы писали, что звоните и спрашивайте старцев «Ура». Да, и спрашивайте отгадки к вопросам, которые будут на этой игре. Участники отгадывали ребусы, находили ключи и подсказки, соревновались в выносливости и ловкости. На пути к победе 7 заданий и 7 ключей. Коварные паспорту и старец Фура постоянно запутывали малышей. Но воля к победе оказалась сильнее усталости. Немного упорства, командной работы и заветный ключ уже в кармане. Форт Боярд. Ну, потому что это вот интерес к каким-то испытаниям. Наверное, это вот всегда сплочает, и получается неплохой день, неплохой результат, и ребятам интересно заниматься этим. По итогам игры победу одержала команда «Алмаз». Но главный приз – хорошее настроение – достался всем участникам. Мила Тарасевич, Екатерина Яровая, Евгений Голиков, телекомпания «Одинцова».